Привет всем! Сегодня я покажу, как я сделала новогодний елочный шар, украшенный атласными лентами разной ширины и парчой золотого цвета. Беру атласную ленту шириной 0,6 см и обматываю ей шар, как вы видите на экране. Изредка креплю ленту булавками хвостиком. Из атласной ленты и парчи шириной 5 см делаю 8 лепестков камзаша с внутренним круглым лепестком для нижнего цветка. Из этих же лент делаем 3 круглых лепестка. Из лент шириной 2,5 см делаю острые лепестки. Светлые 68 штук, золотые и голубые 84. Теперь все склею. Беру 8 лепестков, приклеиваю их друг к другу, клеем пистолетом, формирую в цветы и клею на фетровую основу, а затем к нижней части шара. Сверху этого цветка приклеиваю 3 лепестка. Клею серединку. Соединяю остренькие маленькие лепесточки в пары и приклеиваю, чередуя золотые с голубыми.
Делаю два одинаковых банта из парчи шириной 5 см и атласной ленты шириной 2,5 см. Из парчи шириной 0,6 см делаю петельку. Приклеиваю ее к бантам, чтобы петелька была посередине. И теперь приклеиваю бантик к верхней части шара. Очень красивый шар получился. У меня остались еще светлые лепестки, и я их сейчас приклею. Осталось приклеить полугусеницы и стразы.
Вот такой шарик у меня получился. Очень красивый, яркий. Стразики блестят и переливаются. Буквально несколько таких шаров придадут атмосферу праздника, радости, хорошее настроение. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Не пропускайте новинки. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем творческих успехов. Пока-пока. Oh,